Сегодня в Ульяновске на проспекте Гая произошло серьезное ДТП с участием 4 машин. По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi Outlander при движении врезался впереди идущий микроавтобус, после чего Outlander выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris и UAZ Hunter. В результате дорожно-транспортного происшествия два несовершеннолетних ребенка и мужчина, водитель автомобиля Hyundai Solaris, госпитализированы в медицинское учреждение. Все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия выясняются. По всей видимости, дети в автомобиле были пристегнуты. Именно это спасло малышей от более тяжелых травм. Виновник аварии, водитель автомобиля Outlander, с места ДТП скрылся. Всех, кто стал очевидцем происшествия или обладает какой-либо информацией о виновнике ДТП, просят сообщить по телефону 73 60 60 или по телефону 73 55 77.